один голос, лишь один непобедим. Стоит лишь решить, то у России будет командир. Каким будет мир, то будет нам отец. В пропасти нас поведут, как стадо заблудших овец. Мы сами решаем, кого во главу поставить, чтобы себя без последних штанов не оставить. Все говорят, да к чему нам это все надо? Ведь и так понятно, кому сулит награда. И за замками дверей становятся сильнее. Не, ну они-то вон чё, а я-то эгегей. Ну а пока вы ноете, что все не то, на все плевать, я натяну брюки и пойду голосовать. Какие в твоем городе будут дороги? Насколько снизятся, поднимутся налоги? Насколько возрастет в глазах любимая страна? Да, здесь зависит только от тебя. Кого избрать, кто будет у руля? Это твой выбор, штурман корабля. Приди голосовать, дело 5 минут. Но поколение наш выбор точно не забудет. Историю вершин, невзирая на погоду. Сам выбери избранника, слугу народу. Бюллетень для каждого отложена своя. Мы реально можем вместе на что-то повлиять. Свет, камера, мотор, на Урале много гор. Город за забором может не унять этот напор. Голос выкидай в думу, выбирай себе по духу. Бери под руку, под руку, даже не надо думать. Бюллетень и чекание, и галочку поставь не надо. Что тебе по духу, брат, это есть правда. То если не мы, а кто если не ты. Якобы кабы не изменит голос с улицы. 18.03, мы в формате MP3. Этот видосик на репите, братик, прокрути. Лыжи намазали, будто бы как на Руси. Не мороси, выбирай вожди, не жди. Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать.